Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе утро. И, как говорится, утро начинается в ванне. Вот. Хотела вам показать некоторые процедуры, которые я еще делаю по утрам, и также не исключаю еще и по вечерам. Я умываюсь с очищающим таким вот аппаратиком. Как я это делаю? Я использую гель для умывания и вот такую вот щетку. И давайте покажу, как этот процесс происходит. Думаю, что многие, наверное, уже знают, а может быть, кто-то еще это не делает. Нужно обязательно намочить лицо, выдавить очищающего средства. Достаточно, больше не нужно. Распределить его вот так по лицу. Да. Тут такие гранулы, знаете. Вот так вот распределить по лицу. После этого взять аппарат. Я щеточку вот эту вот дополнительно смачиваю. И включаю его. Работает он минуту по 15 секунд на каждой вот области. Вот так вот делаю. Очищение с аппаратом более лучше происходит отшелушивание омертвевших клеток. Вот, и вот такими вот движениями по массажным линиям я прохожусь вот этим вот аппаратом. Вот так вот крылья носа хорошо убирает, черные точки. Лоб я делаю вот такими вот движениями, дополнительный массаж по тем мимическим морщинкам, которые есть, да, и он у меня автоматически сам отключится. Да, в этом случае лучше использовать повязку для волос, чтобы аппарат не цеплял волос. Все, он, видите, отключился. Споласкиваю щетку и смываю уже это все с лица. После этого я сейчас нанесу вот эти гидрогелевые патчи с золотом. Вот они, видите, такие. И пока на данный этап времени мои процедуры закончатся. Смотрите, такие прозрачные, с золотом. Ну и так в произвольной форме накладываю их. Вот. Практически незаметные. Скоро можно будет вообще чуть ли не с ними из дома в машину. Кто не делает макияж вообще. Так, ну и, в общем-то, приклеиваю их. И все. И иду наливать себе кружечку кофе. И наслаждаться ароматом кофе. После этого я, конечно, подержу их, сниму, протру лицо тоником. Нанесу крем для век и нанесу крем для лица. И все, и в дальнейшем уже там можно будет делать уже макияж. Так что вот пока похожу с патчами по завтраку. Поэтому это вот я когда нахожу делать их время. То есть вот умылась, нанесла, пошла, готовлю завтрак. Завтракаю, как раз таки они уже все высыхают и перестают работать. Я их выбрасываю, снимаю и уже наношу другие какие-либо продукты. После этого уже делаю макияж, да, и за счет этого время экономится, конечно, вот. Так что поэтому практически использую каждый день, да. Сегодняшний аутфит вам снимаю. Я вот в таком вот платье. Сверху здесь кружево, а дальше здесь вот такой вот рисунок. Значит, вот как издалека это смотрится. Мне пришел новый чехольчик. Видите, какой симпатичненький. Так, ну кольцо вам видно. Серьги вот такие вот сваровски. Браслет тут тоже сваровски одела. Ну и кольцо тоже такое же сваровски. Так что вот такой вот так сережку. Хорошо видно, да? Так вот горит. Вот, беру вот эту вот сумку.
Thanks. Вот эту вот сумочку беру. Сейчас прям с ней активненько хожу. Так что собираюсь выходить. Сверху одену куртку. У нас довольно-таки прохладно. Так, макияж вам не показала, убежала. Вот такой вот макияж матовыми тенями сделан. Румяна. Тут небольшое свечение хайлайтером. Ну вот, видно, да. Ну вот, вот такая сегодня пойду на мероприятие, да. В принципе, окончательный вариант. Одела куртку яркую, каблуки, туфли. Да, и так вот это смотрится. Угу. Да, ну все, побежала. А часы будни идут, дольше не на свете. После школы забежали в Фикс Прайс, кое-что купили. И сейчас я вам покажу эти покупки из этого магазина. И смотрите, что я купила. Обычно покупаю вот эту туалетную бумагу «Фамилия». Стоит она 99 рублей, 12 рулонов. Доместос в этот раз купила вот такой вот лимонный. Обычно с каким-то другим ароматом покупала. Ну, попробую лимонный, взяла желтый. Так, вот такие вот комплекты вешалок. 55 рублей стоят 3 вешалки. А то вешать вообще некуда. Обычно же я бархатные покупала, но бархатных нету в наличии. Вот купила такие. Так, ну это я Тиандер взяла. Вот взяла такие батончики. Мне они очень нравятся. По 12 рублей стоят. В общем-то, апельсин. А здесь не знаю, какой вкус. Батончик мюсли. Ну, в общем-то, и тот, и другой мне нравится. Вот взяла такие 4 штучки. Вот такой вот ежедневник. 77 рублей он стоит. Взяла. Мне надо записывать. И здесь как раз-таки для записи в линеечку очень удобненький. Вот такой вот ежедневничек купила. В общем-то, бабочки, расцветок было масса, взяла вот такой вот. В поддержку, так скажем, этого ежедневника и девчачью тему, думаю, и для меня, и для Насти подойдут. Такие вот ручки взяла, розовые, шариковые, чернила черные. Почему у них всегда черные чернила? Ну ладно, черный так черный. Колготки взяла вот эти вот CC, 40 ден и Инканта. Получается 99 рублей 70 ден. Пусть тоже будут. Так, ну вот такие вот макароны я вам уже показывала. Стоят они 55 рублей. Вот эта упаковка 1 килограмм. Покупала разные уже виды. Довольно-таки хорошие. Мне понравились. Купила вот снова. И взяла еще вот такие вот конфетки. Трюфель оригинальные. Ну, в общем-то, вот все вот эти вот покупки. Все нужное на этот раз. Все нужное. Хотя Настя моя говорит, мама, куда это всю эту фигню будем девать? А, ну нет, все, в общем, в этот раз все очень нужное. Молодежь же умная, куда деваться. Покупки из Пятерочки. Взяла вот эту колбаску Глория. Что-то захотелось халвы. Увидела вот такую вот халву глазурь. Думаю, надо взять. Дальше это наш производитель Ситна. И вот Глория, это наши местные. Взяла то, на что... Копченая голень, да? Фитнес-батончики. Один такой с шоколадом, другой с клубникой. Морскую капусту взяла с крабовыми палочками. Рыбу хе, очень она мне нравится, очень ее люблю. Так, взяла вот такую вот, ну, тушенку свинину. Халву. Ну, то есть вафли с халвой.
Так, ну яблоки и огурцы. Ну и, в общем-то, все. Еле донесла, вроде ничего не взяла, а еле что, дотащила. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую. Мы с вами обязательно завтра увидимся на моем канале, поэтому заглядывайте. И всем вам пока-пока.